С 9 по 12 января в 27 раз в городе над Бугом приоткроется завеса в царство музыки, где можно насладиться сочинениями лучших композиторов и услышать голоса известных исполнителей со всего мира. Январские музыкальные вечера вновь готовы удивлять искушенного зрителя. Более 300 музыкантов и вокалистов из 11 стран мира выступят на концертных площадках Брестского академического театра драмы, музыкального колледжа имени Григория Ширмы, а также костела, где состоится концерт органной музыки. На вечере открытия поклонников музыкального форума ждет настоящий подарок. Во-первых, мастер-класс пианистки и профессора из Литвы Вероники Витайте, а также выступление кумира многих поколений любителей эстрадной и классической музыки, народного артиста России Сергея Захарова. 9 произведений будет звучать. И одно произведение, он сказал, будет исполнять впервые, потому что оно специально приготовлено для этого фестиваля. Это замечательный народный артист Республики Беларусь, профессор, лауреат премии нашей страны Михаил Дриневский. Это первое отделение. Затем второе отделение, когда будет выступать замечательная певица польских театров оперных и лауреат международных конкурсов Яна Наврот. Беларусь, Россия и Литва, Польша и Германия, Нидерланды, Молдова, Грузия. Более того, впервые в фестивале примет участие пианистка из Швеции. Во второй фестивальный день, 10 января, молодежный музыкальный народный театр из Молодечно представит на суд зрителей оперный спектакль «Михаил Клеофас Агинский. Неизвестный портрет». На экваторе музыкального марафона произойдет еще одно не менее важное для нашего города событие. В рамках январских музыкальных вечеров в один из дней эстафету «Город Гродно» будет передавать городу Бресту эстафету культурной столицы город Брест, культурная столица 2015 года. По традиции, 11 января состоится рождественский бал. Событие, которое станет достойным аккордом в канун последнего дня январских музыкальных вечеров. По словам бессменного директора и художественного руководителя фестиваля Лилии Батыревой, свободных мест на музыкальные вечера почти не осталось. Поэтому поклонникам фестиваля стоит поспешить с приобретением билетов на встречу с Ее Величеством музыкой.